Так, я на болоте. Эй, болотный житель, здравствуй. Тут волк. А, я понял, где его? О, он умер. Здравствуй. Нож делаю. Оу, еще один болотный житель. А где еще один? Все? Все у нас? Дрозд, есть пару клопсов? Да. Так, около дропаюся. Я Джокола. Нормально. Да, ну, кстати говоря, Джокола у меня не было. Дерево есть у кого? Нет. 4 сотки. Давай, хотя бы. А инструменты есть у кого? Нет. На, дропаю. Так, мужик, у тебя же дерево появилось, да? Дай-ка я заберу у тебя маленько это, инструменты сделаю. Что надо, по фасту все-таки. Делаю топор. Мне нравится это болото. Опа, вот это поворот событий. Сейчас, подожди, я попробую просто одну теорию, окей? Хочу туда шкаф поставить. Так, Яночка, сделалось. Шкаф! У меня где-то... Блять, у меня где-то выпал шкаф. Угу. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бунисакур. Иришка. Дрозд. Мастер. Нет, Влад. И это 59-й сезон выживания. Значит, мы поселились на болоте, как я и планировал, когда мы стримили. То есть это крайне атмосферное место. И я вам сейчас маленечко здесь покажу, какое у нас именно болото. Потому что я не знаю, видели ли вы все. Но для начала давайте поставим один ящик под ресурсы. Вот, ага, значит, у нас тут проблемс, да? Из-за корня, что ли, серьезно? Да, это проблема. Ладно, давайте пока так поставим, все это дропаем. Ну, одна дверь будет до сюда, что я еще могу сказать? Итак, болото не такое-то и гигантское. Если у меня тогда на стриме болотные жители, кто не смотрел, вы можете посмотреть, запись осталась. Нет, все-таки это... Нет, оно не настолько большое, оно маленькое болотце. Вот, давайте даже посмотрим вот так вот по карте. Ну, нормально, нормально. Не так сильно вспотеем, чтобы его застроить. Черт, все-таки оно огромное. А здесь, значит, другое находится дерево. Не такое, как было у нас там идол женщины, все дела. Вот, это совсем другое. Но что-нибудь здесь можно будет и изобразить. Ну, сами включайте фантазию, как бы, да. Соседей у нас много, но они бичи. То есть там деревянные двери, ну, там максималка есть, застроенная, это, остановочка.
О, кстати говоря, здесь пловцы у нас уже взошли. Свинка ходит, давайте ее сразу завалим. Пригодится нам на жир. Вот, и два валерщика увидели. Дрозд убегал. Вот, а они где живут, мы не знаем абсолютно. Но факт в том, что соседи опасные имеются. Ну и что я могу сказать? Первым делом, конечно же, развитие дома. Вот, а хотя бы превратить его в камень. Потому что сейчас у нас с этим большие траблы. Но как бы фармеры только подтянулись, поэтому все впереди. Погнали выживать! Чё? Убивают. Я рядом. С чего тебя убивают? С лука. Минус. Спасибо. В смысле он не умер от хедшота? Ясно. У него эти, Ира, смотри, что в инвентаре. Он где-то нычку сделал. Слышу, да. Так, что это он там за тобой гонялся, попробуй пройти по его этому маршруту. Так ты же говорил, что с лука стреляют. Я с него лук забрала. А. Хедшот минус. А, вот здесь работал хед. Пойдет. Прилетел. О! Зашибись. Чё там? О, да, детка. А полку надо изучать? Конечно. На берег идти, да? К лодочной? Да, да, да. Да, вот они внизу, справа от лодочной. Один домой убегает. Да ладно, блядь. Угу. Питер, сейчас, сука. Повторим. Мне тупо стрел не хватило, блядь. Попал я ему. Блять, убегает и второй. Ну убегает ты к дому? Да, да, да. Все, не к дому, он чешет. Оба его. О, ты к так все, получается. Да, да, да. Перед тобой, перед тобой. Дал. Дал. Да что, почему такое упреждение-то давать надо? Не, лук это такое говно, я шатал. Там такое упреждение надо давать, прям жесть. Я ему еще раз дал. Бля, почему не арбалет? Их там только шанс был раньше отрезать, возле дома уже все, они забегают сразу. Нет, нет, если сейчас мы ему хедшот поставим, я попробую его залутать тут же, ну, когда он дверь закроет. Ну, давай. Ну, он дверь закроет, типа, а я останусь в его инвентаре. В упор такое упреждение, what the fuck. Один будет слева сидеть. У них с той стороны еще есть двери. Они в лодку могут сесть. Я сейчас спизжу лодку. А, топлива, наверное, нет, да? Нет, конечно. Есть у меня 4. Открыли здесь. Да.
Ты минус, да? Да, пока плыл. Хотя а там плыть вообще не вариант, точнее, ну, там же не сможешь стрелять. Сейчас могут выйти залутать, да он там гной сидит. Это надо наоборот. Дрозд, дай подсад на хату. Открыл. Дал тычку. Закрыл. И ушел, дай подсад, Дрозд. Бля. Дал тычку. Хэдшот. Бля. Дай подсад, Дрозд. Но тебя не залутали, мастер. Я чекаю второй выход. Да они не вылезут эти секунды. Бля, с пипасами вообще бы огонь было бы закончить. Да, сзади открыли. Там же труп мастера лежит, он же их искушает. Нет, все нормально. Лутай, лутай, лутай. Закрыто. Не, он супна. Лук твой на дне лежит. Ты залутался? Ну, частично. Куда он стреляет? По мне. Он напротив стреляет, в воду. Все, мастер, залутался ты? Да, только лук не вижу, ладно, хер. Да скрафтишь, пошли. Забейся. Только мастера подождем, пока выплывет. Значит, два Валеры там живет. Окей. Не умеешь пользоваться луком, руби топором. Там просматривается остановка или что? А, там дверь просматривается. Смотри, там дальше опять дерево. Вижу. Или дерево, дверь. Дверь деревянная вроде, да? Дверь. Слушай, нужны мечи. Ой, у нас бот забрал? Зарезался. Хэдшот. Убили? Да. Ну, МП5, дай МП5. Шприц. Пойдет. Ребята, а кто мою юбку? Никто пиздил. Твою юбку не забрал, она там лежит. Она была в оружии. Нету ее там. Эх, факел бы, факел. У меня есть. Зажигай. Отходим. О, опс. Та-дам! Да. Печка, металл. Ну, да, а чё нежданчик? Это... Бобовки? Типа, бобовку изучить, да. Да есть? Повзрывать. Эть. По сути, это последняя дверь. Как раз остановка там заканчивается. Угу. Все, ребят, можно вырубать второй выход. Двойная дверь прямо уже является небезопасной. Производство взрывчатки налажено. Пойдемте, пацаны, взрывать. А ремонтного верстака у нас нету? Нету. Кто со мной будет тоже накидывать? Мастер. Только давай, наверное, чё? Именно кидать? Не, кидать много не хватит. Я первый, мазафак. Ох, вот это взрыв. Что там? Опа. Опа, 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 у нас враги. Уносим бабушку, нет? Один минус. Ты живой адекват остался? Да. Адекват а спина. Да, да, да. Дал. Жрет. Все, минус. А хуй ли вам надо, ебаные животные? О, долбоеб, блядь. Хули ты сюда пришел, блядь. Олень тупой, стреляет нам же в спину, блядь. Хули вам надо, ебаные животные, блядь. Ну, короче, они сделали типа вылазку, все дела. Ну вот, подумали, что может кто-то один взрывает. Опа! Берданка. Ой, сверху, сверху. Вижу его. По мне ж, блядь. Блять, меня простреливают, what the fuck? Далеко они. А-а-а.
Блин, нам надо как-то бабуки унести, ну чё? Что-то не дорейдит. Дорейдит. Уже близко. Уже близко в упор, понял. Уходим с бабуками. Нет, с пипаса принимать надо. Кого уходим, алё? У меня нет пипаса, только лук. Не попало. А, блядь! Один просто красный, калёный, ребята! С топора накидал ему! Киляюсь! Где они? Здесь. Там же. Где? Ближе к берегу они уходили. Ближе к берегу, там же, за камнями. Бобовки не забрали, ничего не забрали. Меня убили. Подняли. Тихо. Там же. Угу. Слышу, вижу. Попал! Хэдшот минус! Все, Передак красавчик. Уходи, Филюс. Я на улице с пипасом. Один остался, надо добивать. Ебать, его друга убили. Еще берданка. Адекват, да. Иди сюда, лутай. А, зачем его ебать? Иди сюда, назад. Хорошо, просто. Его друга убили, а его, и он убегал. Вот, Ира, вот этот труп. Или кто там? Я лутай. Я лутаю. Подожди, ты взрывай. Дай нашим это. Да, блядь. Да, дай залутать, алло. О чем ты думаешь-то, твою мать? Застроиться хочу, вдруг шкаф. Ну и что там? Ясно. Дверь до шкафа, которая еще одна. Берданку забрал? Да, я все забрал. Там броню забирайте. Вот, 15 патронов еще, короче, вообще пойдет. Я под изучальню бросил. Ну пускай в изучальню лежит. Надо еще бобовки крафтить и дальше рейдить. Выбежали двое, эти ублюдки, снизу. А, снизу? Интересно, куда пойдут? Если сюда пойдут, то их может закрыть. Ну, вокруг дома что-то бегают, плавают. Сука, такие они пидоры, блядь. Сразу домой. Угу. Один плавает. Ну, были бы берданки, мы бы их в воде забрали. Да, он видит нас. Хэдшот! В воде! Лол! Смотри, обоссался, бежи. Хэдшот! Плавунец, блять. Так. А они враги, что ли, или что? А, нет? Не. Сука, лол, прямо в голову. Так, ну ладно, нам надо дальше, там сейчас будет взрывать. Еще несите. С пипасиком. Так, верстак и еще одна дверь, да, которая идет уже... Еще ближе к этому. Пошла еще ближе. Ну, к установке самой. Бляха, да, жесть. Ну ничего, ничего, ресурсы есть. Будем так потихонечку, помаленечку. Надо же, хотя бы в дерево, но затащил. У нас еще одна безопасная зона появилась. Сейчас только сделаю на нее дверь. Даже возможно, лучше сделать сир вот так вот. И ты спокойно сможешь это все дело лутать. А вот здесь вот можно под уголь. Или наоборот, да, вот там сверху под уголь, а вот здесь вот руда и дерево будет удобно доставать. Да. Так, не будет же мешать? Дерево туда запихаешь. Угу. Короче, лучше, чтобы дверь на себя открывалась, да? Ну да. Ну вот, печная готова. Ох, темно здесь. Все, лутовая.
И шкаф за... Да, шкаф за стеклом. Авторизация не работает. Итак, компоненты. Печка, херня. Херня. По два. В смысле по два? Валера. Он еще и русский. Он русский? А кто такой? Ванька Лёгкий какой-нибудь? Бот. Легкий бот? Ну да. Большой ящик одежда. И все. И что? А как шкаф? Ну пробовать клеить или сжигать с клэшем. Ну я думал сжигать. Ну все, переносим тогда это. То, что здесь есть, лут. Вертолет вылетел. Так, все, я загрузился всяким, побежал. Он еще и бортик поставил, чтобы мы не залутали. Гнида тупорылая. Да хули, я же тебе говорю, вот баги, егеры всякие. Видишь, нет, вот этот бортик, мы не залутаем. Это окно стоит. Хотя бы застроим давай. Я тебе говорю, окно, бортик, не достать. Дробовик хороший стреляет. Ну застроить просто, подождать. Вот здесь рядом. Угу. Хотя, наверное, там, блин, ну рейсы пропадут. Конечно, пропадут. Вертолет над нами, аккуратно. Не, ну может там... А стенка железная, да, за ним? Да. Это я, мастер. Ну, я налепляю, типа, пробую, да? Лепить, не отбегай, куда прилепить, посмотрим. Давай, так, давай. Подожди, а как он поставил его там вообще? Как? Ну, сначала с той стороны поставил, да, с той стороны поставил. Потом закрыл. А ну-ка, где он? Еб, не достанем вообще. Ну, походу. Беги нахуй. Нет, отвалилось. Не налепляется даже? Ммм. Меч, кстати. А подожди, а разбить его, попробовать мечами? Можно через окно? В смысле 20 кровотёк? Как? Чё, изучаем? Он должен доставать. Ну-ка, подожди. Не достает, да? В стекло бьёшь вроде. Ну, вроде не достает. Не, в стекло бьёшь. Если копье только просовывать, пробовать. Звук другой. Дерево копья. Копье у тебя отлетает. Ну я вижу, как ты бьёшь перед ебалом в стекло. Ну, вот так-то я так передевал, видишь? Бью. Вот так же отлетает. Думаешь, не доставил насквозь? Ну. И типа, да. Другой вариант, это реально бахать ему железку, да? Да. Ну там вообще не варик. Да почему не варик? 24 бича. Во психи. О! Что это? Паровозик. Паровозик. А. Каяблик. Ту-ту нахуй. Пацаны! У него каменный фундамент, где шкаф? Нет. У него каменный. Ну вот, треугольник же. Сейчас гляну. У него каменная. Даже здесь каменная. Да, каменная. Фундамент. Ну, что даст? Упадет small stash, и мы его залутаем. Так, а что у нас с йоками долбить будем, камень? Да. Можно, да. Ну все. Это надо до хера каменных патронов. Ну и чё? 800 где-то. Рейзили же стенку тогда. Это очень дохуя патронов. Ну да. Нет, зачем мне давай? Это я. Мастер, вот в каком треугольнике? В этом же, да? Да. Вот, в этом, да. Ну давайте я 9 бобовых-то откидаю сюда. Ну давай. Пацаны, чекайте, какую гирлянду устроил. Подойдите ко мне. Кто хочет зажечь? Я. Давай. О, мастер полез. Ай, баляка. Все собрали. Отходите. Вот видишь, мастер, на каждую хитрую жопу найдется и хрен с резьбой. Так, ну типа все. Итого 371 хп. Да все, это, йоки, погнали. Ну он отсюда-то мог. Опа, у нас враг. Я на него смотрю, он убегает. Попал. Дал. Еще одну попал. Минус. Все. Сидел, понимаешь, вот тут. Кому там надо одеться? Забирать. Я тут стою. Брутальный рекордс такой. Йо! Вот арбалет. Арбалет.
18 хп. 8 патронов. Хватит. Сзади. Ну ё-моё. Минус. Так, у меня все, но там 2 хп. Все, выбили. Есть лут, ребята, лутаю. Херня, но есть. По крайней мере, этот сер можно захватить. Зарейжено. Беру дерево. Ебой. Давай. Там в шкафу в нашем все есть. Ну, было, короче, 1144 серы. Вот. 38 скрэпа. 1300 металла жареного. Брынь-брынь.